Детская библиотека номер 9 округа Майская Горка представляет. Сергей Козлов, «Солнечный заяц и медвежонок». Медвежонок проснулся, приоткрыл один глаз и увидел, что на полу перед окном сидит огромный солнечный заяц. «Здорово!» – сказал медвежонок. «Ты кто?» «Я солнечный заяц!» – сказал солнечный зайчик. «Я жду, когда ты проснешься!» И медвежонок, жмурясь, вылез из своей постели. «Сперва мы застелим постель!» – сказал солнечный заяц и прыгнул на кровать. Медвежонок взбил подушку и застелил одеяло. «Так!» – сказал солнечный заяц. «Теперь мы будем умываться!» – и перелетел к рукомойнику. Медвежонок умылся. «Теперь мы откроем окно!» Медвежонок открыл окно. «А теперь мы будем делать зарядку! Раз, два!» И солнечный заяц принялся скакать по всему дому. Зайцы встали по порядку, зайцы делают зарядку, Саша тоже не «Ляжем на спину!» – крикнул он, лег на спину и вытянул уши. И медведь тоже лег на спину и постарался передними лапами как следует вытянуть свои уши. «Эх!» – подумал он, – «мне б такие уши, как у зайца!» «Ты что это делаешь?» – спросил солнечный заяц. «Да это я так!» – сказал медвежонок. «Что делать дальше будем?» «Переходим к водным процедурам!» – сказал заяц и полез в ушат с водой. «Подвинься!» – сказал медвежонок и сел рядом. Когда они растерлись мохнатыми полотенцами и сели завтракать, медвежонок вдруг стукнул лапой по столу. «А зубы?» сказал он. «Да», сказал заяц, «только я забыл свою щетку». И тогда медвежонок почистил зубы своей зубной щеткой, а солнечный заяц – лапой. Конечно, чистить зубы лапой – это не по правилам, и у каждого должна быть своя зубная щетка. Но что же делать, если солнечный заяц в это утро так спешил к медвежонку, что оставил свою зубную щетку дома? Когда они снова сели за стол, в дверь постучали. И вошел ежик со своим солнечным зайцем. «Здравствуй, медвежонок!» – крикнул ежик. «Вы уже завтракаете?» «Ага!» – сказал медвежонок. «Садитесь!» И они вчетвером сели за стол и вкусно позавтракали. Что это за зайка? Ну-ка, отгадай-ка. Скок-прыг-скок со стола на потолок. Прыгает без остановки, но не ест морковки. Это зайчик-лучик, зайчик-лучик. Он боится только серых тучек. Хвостика до кончиков ушей состоит из солнечных лучей. Это зайчик-лучик, зайчик-лучик. Он боится только серых тучек. От хвостика до кончиков ушей.